Уважаемые пассажиры, пригородный электропоезд до станции Дальше-Балтийская. Отправится в 15:55. С шестого пути пригородный электропоезд до станции Дальше-Балтийская. Отправится в 15:55. С шестого пути поезд проследует со всеми остановками электродепон. Спасибо за внимание. Уважаемые пассажиры, пригородный электропоезд до станции Тарнинбаум отправится в 16:00 с третьего пути. Пригородный электропоезд до станции Тарнинбаум отправится в 16:00 с третьего пути. Поезд проследует со всеми остановками электродепон. Спасибо за внимание. Уважаемые пассажиры, в расписании пригородных поездов возможно изменение. Перед приобретением билета внимательно ознакомьтесь с изменениями в расписании, размещенными на информационных стендах АО «Северо-Западной пригородной пассажирской компании». Благодарим за внимание. Уважаемые пассажиры, пригородный электропоезд до станции Улуда отправится в 16:18 со второго пути. Пригородный электропоезд до станции Улуда отправится в 16:18 со второго пути. Поезд проследует со всеми остановками. Электродепон, шоссе, лесное, новое озеро, разъезд на Таганрог. Спасибо за внимание. Уважаемые пассажиры, пригородный электропоезд до станции Шинская отправление 16:38 будет полный посад. На первый путь пригородный электропоезд до станции Шинская отправление 16:38 будет полный посад. На первый путь. Спасибо за внимание. Уважаемые пассажиры, пригородный электропоезд «Ласточка» до станции Тарнинбаум отправится в 16:30. С пятого пути пригородный электропоезд «Ласточка» до станции Тарнинбаум отправится в 16:30. С пятого пути поезд проследует со всеми остановками. Электродепон. Михайловская дача. Спасибо за внимание. Уважаемые пассажиры, пригородный электропоезд до станции Шинская отправится в 16:38. С первого пути пригородный электропоезд до станции Шинская отправится в 16:38. С первого пути поезд проследует со всеми остановками. Электродепон. Шоссе. Спасибо за внимание. Уважаемые пассажиры, пригородный электропоезд до станции Красное Село отправится в 16:40. Со второго пути пригородный электропоезд до станции Красное Село отправится в 16:40. Со второго пути поезд проследует со всеми остановками. Электродепон. Спасибо за внимание. Уважаемые пассажиры, пригородный электропоезд «Ласточка» до станции Тарнинбаум отправится в 16:30. С пятого пути пригородный электропоезд «Ласточка» до станции Тарнинбаум отправится в 16:30. С пятого пути поезд проследует со всеми остановками. Электродепон. Михайловская дача. Спасибо за внимание. Уважаемые пассажиры, пригородный электропоезд до станции Шинская отправится в 16:38. С первого пути пригородный электропоезд до станции Шинская отправится в 16:38. С первого пути поезд проследует со всеми остановками электродепон, шоссе. Спасибо за внимание.